подъезд рухнул. Охереть. Вот это жопа. А у вас балкон где-нибудь открывается? А? Балкон открывается где-нибудь? Открывается. Можно посмотреть? Вот так вот, блядь, скорее. А что же это взрыв, блядь, произошел? Да. Это взрыв произошел. Здесь. Офигеть вообще. Сверху. Стой, стой. Все, 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 вот так. Охереть. Это пипец вообще. Там вообще разворошило аж балконы. Третий, четвертый этаж. Скорую, да-да. Нет, 03-02 звоните. Офигеть. Так, сборка, блин. Повезло, что в этом доме. Нихера себе. Едут? Есть сообщение, говорит. Офигеть, вот это взрыв был. Нихера себе. Надеюсь, там никто не пострадал. Ну-ка, так. Офигеть. А из-за чего такое могло... Из-за чего такое могло произойти? Офигеть. Так, может нам удалиться, блядь? Ничего не может такого? Да нет, не должно быть. Может, скопление газа какое-нибудь, труба какая-нибудь, что-нибудь. Вот, а вон, труба. Походу, вон в той квартире, у которой балкон полностью снесло на третьем этаже, видите? Ага. Вон, походу, там взрыв произошел. Ух, такое ощущение. Какие русские, ебать! Охуеть! Пиздец, там люди погибли. Там люди спускались. Ёбаный мотор. Охереть. Это пипец. Смотри, это самый ёбаный в рот. Так, нужно... Что же делать-то? Телефон звонит. Офигеть.